доброе. Игрок номер один, господин Ментель. Ваше мнение. Слушай, доброе утро. Не знаю, что говорить. Мне понравилась первая игра. Вот. Я снова достал красную карту. Надеюсь, что красные будут играть так же. Я не считаю, что там были какие-то критические моменты. Там, ну, не хочу, не очень что обсуждать. Считаю, что просто красные сыграли хорошо. Черные не очень хорошо. Но это мое личное мнение. Не то, чтобы я хочу там кого-то обидеть. Просто считаю, что черные чуть не доиграли. Вот. Я даже не знаю, чем пожелать. Хороших игр, наверное, за любую карту. Я просто... Когда сюда ехал, я думал, что здесь такой же турнир, как и все, только в хорошем составе. Я думал, что черным будет выигрывать тяжело, нужно что-то придумывать, что-то делать для победы, вот, а не просто оставлять одного шерифа, с которым все играют, и проигрывать. Ну, это такое здесь напутствие, но все равно победа красным, потому что я красный, ну, вы опять себе поняли, что я красный, я не боюсь, кстати, этого, и мы снова выиграем. Ну, не повезло, черным, что я могу сказать, бывает. Время, спасибо вам. Слово игроку номер два, господин Бендова. Оставляю игрока номер один. Понял, что вы красные, они будут это обсуждать и говорить, я пока не понял, поэтому будете говорить. С подозрительным желательно, потому что не вижу смысла разговаривать там с каким-то игроком, который считаете красным. Значит, мне лично важно, я бы хотел от турнира, чтобы были игры адекватные, чтобы люди не выдумывали ничего. Это мой посыл, хотел бы обычные какие-то там, то есть где красные не ломают, где красные не дают отстрелы, в которые попадают реально. Для меня это важно, это помогает мне разобраться в игре. Значит, первого не нашел красным от слова вообще, потому что мне он как-то чесался, то есть там вы нашли меня, там, я не нашел, в прошлой игре нашел. Поэтому вот скажите, против кого будете играть. Сам я красный игрок, победы красный, спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер три, господин Франко. Всем привет, я красный. Думаю, между 1-2 обязательно есть черный игрок. Причем абсолютно уверен, что там есть черный игрок. Первый сказал очень плохую речь. Если вы думали, если вы не договаривались, значит, вы должны были продумать речь. Вы сказали, я опять достал красную карту, мне кажется, вы бы избавились от этой формулировки. Сказали, ну, я мирный, давайте мирно победы или что-то такое. Не говорили, что вы красный, потому что в прошлой игре вы были шерифом. Второй момент, вы сказали, не хочу рассказывать о прошлой игре, если бы вы не договаривались о договорке, у вас должна была мысль быть, я не придумать что-то другое, не рассказывать о предыдущей игре. Поэтому речь точно не заготовленная ночью, значит, я не знаю, о чем вы думали ночью. У нас по такому играют. Если вы ночью ни о чем не думали, значит, вы скорее игрок черный, потому что договаривают. Второй игрок очень сильно постарался сказать хорошую речь. На фоне первого он сказал лучше. Поэтому второй краснее первого игрока, но я не исключаю того, что второй может быть игроком черным. Я его не считаю. Если я с ним сыграл, он потом скроется шерифом и умрет шериф во вторую ночь, это не значит, что мы вместе черные игроки. Я объяснил момент по второму игроку. Он постарался сказать очень хорошую речь. Он именно старался сказать речь. Поэтому играю два, подозреваю один. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер 4, господин. Господин Раф, как вы думаете, кто выиграет магистра и так пальцем на небо? Еще раз повторяю, я не услышал. Кто выиграет регистрейт в этом году? Я спрашиваю прогноз господина РФ. Он просто очень плохой прогнозист, пока он два раза не привлекает черную карту, я два раза красную достаю. Значит, я думаю, что третий черный. Вот, потому что мне не понравилось, как он свою речь построил. Во-первых, мне первый показался красным. Но и вас я не нашел черным игроком. А третий начал свою речь, но между игроками 1-2 точно есть один черный игрок. И начал напихивать первому. Ну, то есть, вы бы и говорите тогда, что первый игрок у вас черный, а второй на этом фоне гораздо краснее. А вы сказали сначала, что есть один черный игрок между 1-2, и начинаете пихать конкретно адресованную первому игроку. Поэтому мне третий не понравился. А я думаю, что 1-2... Ну, я в прошлый раз играл 1-2-3, там два черных сидело. Я допускаю, сейчас я пока тихонечко вкатываюсь, маленечко вкатываюсь в турнир. Поэтому я 1-2 сыграю. Вот. Но это моя такая позиция. Я так вижу, что, может быть, я не прав, конечно, мне поправьте, если у вас другое мнение. Но я посчитал, что третий, и сказал, не как красный игрок, по крайней мере. Вот и все. Ну, хорошо. Ну, я тоже допускаю, что вы можете быть красным, мне не понравилось, как вы ее построили. Вот время, спасибо вам. Слово игроку номер 5, господин Флешмен. Мне скорее речь первого понравилась. Я, наоборот, увидел вот это какое-то пренебрежительное отношение. Мне казалось, он более расслабленно сказал, так как будто он не переживает, он говорит, что вы меня найдете красным. Я, типа окей, там он, не знаю, мне так показалось, что если бы он черный, он бы наоборот постарался. Ваш аргумент по двойке мне не совсем понятен. То есть, если он хорошо постарался, то значит он черный, да? То есть, ну, я не знаю, мне кажется, это так не работает. Не знаю, мне кажется, что первый красный и четвертый скорее красный. Вот. А вы что-то уверены, что между 1-2 есть черный? Я так не уверен. То есть, если вы хотите между 1-2 искать, то ищите во втором, потому что, мне кажется, первый скорее красный.
Вот, давай я бы сказал, что нужно 2-3. Ну, блин, странно, просто если бы, мне кажется, если бы они вместе были черные, 2-3, 10 секунд. То они как думают? Они думают так, что третий находит второго, второй думает, что находит третьего, ну, такого плана. Вот когда они черные. Поэтому я думаю, если бы они вместе были черные, они бы, скорее всего, друг с другом сыграли. Ну, такая-то странная логика, но я бы сыграл 1-4. Мя, спасибо вам. Слово игры по номер 6, господин номер 7. Не понравилось мне речь, что они вдвоем черные, если только вместе, конечно, как бы. Представляю, один, мы все занимаемся этим первым. Первое, что я должен поговорить. Думаю, я знаю, что сказал, что первый красный. Первый, говорил, не очень хорошо. Я не знаю, какого он цвета, красный или черный. Я считаю, что когда он озвучит свою позицию, то я пойму его цвет. Пока цвет непонятен, и речь была не очень хорошая. Думаю, что четвертый красный. Скорее, второй мне больше понравился. Я бы сыграл 2-4. Среди 3-1, я не знаю, но третьем, в принципе, правильно говорил, потому что реально, ну, первый была плохая речь. То, что он сыграл против игроков 1-2, ну, как бы сыграл позицию, это адекватно, я считаю. Я пока сыграю 2-4, пятый мне не понравился. Первый поговорит, если я найду тебя красным, тогда буду подозревать рейтинг игрока. Я играю 2-4, считаю четвертого красным и думаю, что второй скорее красный. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер 7. Я сыграю 2-3-4-6, четвертый под ответственность игроков 3-6. Я третьего очень понял, то есть мне очень понравилось, что вы сказали, что 22 постарался, потому что мне действительно тоже так показалось. Это не значит, что он черный, это говорит о том, что на фоне первого игрока он действительно мог попытаться, там, будучи черным игроком, там, сделать так, чтобы его все посчитали красным. Я, по крайней мере, это услышал, поэтому я вас посчитал очень за это красным. Вы показываете четвертый красный, окей, просто он вас, ну, довольно жестко атаковал, тем более, что он называет четвертого красным, и что мне показалось красным. Мне показалось, я боюсь ошибиться, мне, потому что игроки 8, 9, 10 сильно навтыкают, что пятый так поговорил, как будто он первый поговоривший черный за столом, он не знал, какие двойки объединить, в итоге сыграл 1-4, потом сам сказал, что 2-3 могут быть вместе, потом 2-3 не вместе. Мне показалось, что пятый мог быть первым поговоривший черный. В ситуации, где шестого считаю красным, игроки 8, 9, 10, наверное, надают мне полных люлей. Но пока я играю 2-3-4-6, и между 1-5, 5 значительно чернее. Выставляю 5 на голосование. Я думаю, вы после того, как вы назвали первого очень красного, вы можете поговорить вместо него. Ну, если парень захочет поговорить, скажет, с кем поговорит. Пока я подозреваю пятого больше, чем первого. Да, спасибо вам. Слово игроку номер 8, господин Рэм. Выставляю 6. Принято 6. Значит, я даже не знаю. Я думал, что 6 черный, 7 говорит 2-3-4-6, игроки красные. Я должен в этой игре, считая 6 черным, сказать, вы вместе черный, а я пока этого делать не хочу. Как вы пихаете 4 в команду 3? 3 говорит, для меня 1, 2 красный, 3 маф. 3 после этого показал, 4 молодец. Мне кажется, у четвертого даже не спрашивают в команду, в которую его берут. Мне кажется, это несколько пренебрежительное отношение. Я думаю, пока что не все черные игроки поговорили. Дайте я без акцентов по поводу 2-3, но я думаю, что 3-й черный. Это без акцентов. Вот, я хочу, чтобы первый обязательно поговорил, услышал его. Я не помню, за что 7-й, 5-го выставил. Знаете, вообще нелогично сыграю, пока 1-2-4-5-7-8. Вот такие дела. Я думаю, что надо... Значит, идем по очереди. Я ночью, а вы сейчас на следующий круг днем. Быстрее Русика, он будет радоваться, кстати. Время, спасибо вам. Слово игроку номер 9. Заставляю 8. Принято 8. Отзываю 8. Ой, к сожалению, нельзя отзывать. Я тебя не считаю красным за то, что пятого... Вас не считаю красным за то, что пятого назвали красным, за то, что второго так легко взяли. Не знаю, я третьего считаю скорее красным. Я понял, почему он считает четвертого красным. Мне очень понравилось, как поговорил седьмой. Единственное, что я лично не хочу брать второго. Вот я не хочу брать второго, потому что среди 1-2 может быть первый красный, а второй черный. Я солидарен с третьим. Он же не сказал, что первый точно черный. Он сказал, что второй поговорил объективно лучше. Так почему вы берете именно второго, а первый говорит, дайте шанс первому поговорить, может поговорить хорошо. Не факт, конечно, но все же. Я играю 3-4-6-7-9. Я считаю, что можно, если 10-й красный, то можно поделить 1-8. А так бы я поделил бы 5-8 именно на поднятие. Спасибо. Спасибо вам. Слово Игорь. Номер 10. Что с вами происходит? То есть, ну, откровенно, мне кажется, что 8-9 вы будете голосоваться 2 круга после того, как вы назвали 7-го красным. Выставляю игрока номер 7 на голосование. Принято. Мы пилим 1-7, точнее, ну, мы попилим 5-7. Вы же можете попилиться, поговорить можете? Ну, давайте мы попилим 1-7, хорошо. 7-й игрок сказал, что 5-й единственный черный. Двойка черных после него. Игроки 8-9 назвали 7-го красным. Ну, вот мы туда будем голосовать 2 круга. Не понимаю, почему 3-й красный. Ну, откровенно я не понимаю. Мне кажется, и мне маэстро не понравился. Потому что поговорить, ну,
Так, господин маэстро, ваша команда, она абсурдна для меня. Я считаю игроков 1, 2, 4, 6 скорее красными в этой игре. У меня среди игроков 3, 5, ну, и вот между вами есть один черный, то 3, 5, 7, двойка черный. Как-то так получается. Как мы пилим? 1, 7? Время! Дамы и господа, мы переходим в суд. С этой секунды никто не показывает. Мы только голосуем по следующим кандидатурам, выставленным в следующем порядке. 1, 5, 6, 8, 7. Еще раз повторяю. 1, 5, 6, 8, 7. Прошу голосовать четко и однозначно. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1, прошу голосовать. Спасибо. 5 рук. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 5, прошу голосовать. Спасибо. Нет голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6, прошу голосовать. Спасибо, нет голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 8, прошу голосовать. Спасибо, нет голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7, прошу поставить руки на стол. 5 рук откроет игроку номер 7. По 30 секунд у каждого, игрок номер 1, 30 секунд. Ну, давайте разбираться. Значит, я видел статистику игрока номер 3, ваш сильный круг нулевка, правильно? Проверяем второго игрока на этот круг. Если он находится черным, вы молодец, играем с нами 1-3 до конца игры. Если он находится красным, значит я буду с вами бороться на девятерых, вы уйдете, а потом я буду все равно доказывать, что я красный. Я считаю 10-го черным в этой игре. Значит, вы не могли сыграть против игроков 8-9 одновременно, который 8-го и 7-го не взял. Сказал, я подозреваю, что 7 могут быть черным, этого говорить не буду, бла-бла-бла. Даже 5 такого не назвал 7-го красным, сказали 8-9, назвали 7-го красным. Я считаю 10-го черным, второй, возможно, черный, если вы красный. Пока на этот круг 2-5-10 рубежи. Время, спасибо вам. Слово игроку номер 7, 30 секунд. Еще добавлю, что нет, в итоге 8-го сыграл, но если вы господин Хуан красный, то вы должны хотя бы минимум задать игрокам 8-9, и чтобы 9-й пилился вместо меня. Он назвал меня очень красным, вы этого не делайте, пихаете мне, почему-то говорит, что он пилится. Если ты красный, если вы красный, я не знаю, как нам играть с вами еще 23 игры. Подозреваю 10-го, подозреваю 5-го, между 8-9, 9-й краснее, класс. Спасибо вам. Дамы и господа, мы переходим в суд. Никто ничего не показывает, с этой секунды мы только голосуем по двум игрокам. Два игрока в следующем порядке. 1-7. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1, прошу голосовать. Спасибо. 5 рук. 5 рук отходит игроку номер 7. Будем рассматривать ситуацию, чтобы оба игрока покинули игровой стол. Кто за то, чтобы оба игрока покинули игровой стол, прошу голосовать. Спасибо. 1 голос. Этого недостаточно в городе 0. Убили. Справа лучшего хода, господин Франклин, ваш момент. Лучший ход 8-9-10. Нет, наверное, не буду. Игрок номер 8. Как можно было объединить? Человек на шестом сыграл 2-4. Вы объединили 3-6, сыграли со всеми остальными. Очень плохая речь. Потом проверка 3. Я черный, я красный. Что дальше? 8-9-10 лучший ход. Мне казалось, что 7-й скорее красный за выставление 5-го игрока слишком нагло было так сыграть. Мне так показалось просто. 1-2, игрок номер 1. Проверить 2. В общем, не знаю, это были мои ощущения, что между 1-2 есть игрок черный. Не исключая того, что между 2-5 есть черный, потому что умер я, а не кто-то из россиян. 4 мне показался красным. 7, мне кажется, красный. 6-й скорее красный. Молодец, и что? 8-й сыграл против меня, потом я умер. Возможно, вы черный, просто построились под позицию 8-го игрока. Ну, в смысле, чтобы... 5 секунд. Ладно, лучший ход... 2-8-10 лучший ход. Покидает игровую локацию игрок номер 3, игрок номер 2, ваш номер. Уставляю игрока номер 9.
Значит, подозревая девятого игрока, у него подозрительные 2, 5, 10 он был, там, попробовал девятый для него подозрительные, по сути, 9. Те же самые игроки, что и в прошлой игре. Я поговорил сейчас, я реально постарался, потому что просто говорить какую-то чушь, здесь куча аргументов, почему можно говорить реально плохо, но я, в общем, думаю, что игрок номер 4 красный. Я думаю, что игрок номер 9 черный. Я думаю, что между 8-10 игрок номер 10 скорее красный, подозревая седьмого игрока. Потому что игрок номер 7 говорит, 9 покраснее. За что? Почему 9 покраснее? По поводу 8 у меня даже комментария нету. То есть он сыграл просто с какими-то черными игроками, непонятно какими. 8 нужно проверять. Играю против 9 игрока. Мне кажется, красный игрок скорее игрок номер 4. Может быть, 7. Речь была просто, ну, нелепая какая-то. Ему показалось, что 5 поговорил, и до него один мастер. 10 секунд. Не знаю. Ну, против 9 основная. У него 2, 5, 10 зрителей. Время, спасибо вам, слово игроку номер 4. Игрок номер 9 не нашел ничего лучше, как сразу 8 своему засандалить. Просто по полной программе на нулевой круг, правильно. Выставляем 2 на голосование. Принято 2. Я во второго проголосую сейчас. Первый мне очень понравился, мы попили. Я думаю, что 2, 5, 8 черный, 10 красный. Вы назвали игрока номер 5 красным игроком, правильно? Вы смотрели, будет ломать пятый игрок стол или нет? Вы же назвали его красным. Почему вы смотрите не на шестого, которого назвали черным? Он же будет ломать стол, правильно? Или там кто-то третий, я не знаю. Шестой, ладно, кто половина стола сидит. Почему вы на красного игрока смотрите, будет ли он ломать стол? Не верю, что этого не было, я это видел. Поэтому я думаю, 2, 5, 8 черные. Девятого числа красным, первый очень хорошо поговорил. Шестого посчитал красным, ну, вне зависимости от того, от позиции по столу, просто я посчитал шестого красным игроком. Седьмого за наглость. Поэтому я допускаю, что отстрел третьего связан уже, впрочем, с такой вероятностью тем, что господа 2 и 5 черные. Ну, команда 8-9, ну, не знаю, может быть, вы разобрались, а я нет, но по мне она абсурдная, поэтому... Спасибо вам, слово игроку номер 5. Отвечаю, ни вас черным не считаю, ни первого, ни второго и ни восьмого. Я думаю, 1, 2, 4, 8, скорее игроки красные. Значит, мне что-то предположительно черные, но я не уверен в этом, конечно, 6, 7, 9, 10, где-то там. Вы сказали 8, 9, будете голосовать. Значит, господин РФ сейчас скажет, какой ему цвет. Если я маф, вы меня подозреваете, я сломаю обязательно стол. Значит, если я стол не сломал, то я черный только с первым игроком. Если я черный, я всегда убиваю РФ, просто беспонтово, все. Значит, думаю, он скорее красный и четвертый скорее красный. Все, об этом все знают. Я об этом в 500 интервью сказал. Я просто не париться, а буду убивать восьмого и все. Значит, мне рейд седьмого не понравилось объединить такую большую команду. Взять шестого. Шесть, я не знаю, 6, 7, 9 скорее. Вы выставили девятого, выставляю 6. Я еще из-за этого скорее восьмого считаю красным. 5 секунд. Вы думаете, что десятый чё? Время, спасибо вам, слово игрока номер 6. Так, флеш, если вы красный, это очень плохо. Вставляю 8. Я объясню, почему. С моей позиции понятно, почему я вставляю 8. Игрок номер 8 сыграл в команде 1, 2, 4, 5, 3, 6, черный, где третий убился, а я красный. Я сыграл в команде 2, 4, вроде бы сказал, что третий, ну, как бы у него была нормальная позиция, то есть я бы считал больше красным игроком. Поэтому для меня голосование либо за 5, либо за 8. Игрока номер 5, 8 красный, 7 красный, где игрок номер 7 черный, где 8 называют 7 красным. Это неадекватная позиция, что 5-8 должно быть голосование. Первого посчитал красным, четвертого точно красным считаю. А десятый мне не показался таким черным игроком, господин Минти. Не показался мне десятый таким черным. Возможно, я ошибаюсь, не знаю, он сыграл в команде... Я перед тобой назвал 1-4-6. Вы на прошлый круг сказали 2-3, мог быть вместе черными в этой игре. Да, третий убился, второго подозревает. И у вас почему-то 6-7-9 команда, ну это же бред. 5-8 для меня лично голосование, я туда поставлю. Спасибо. Спасибо вам, слово игрок номер 7. Игрок номер 5, а чего вы психуете? У вас была речь, ну вот вы назвали всех красных, и давайте методом остатка посчитаем. У вас черная команда среди игроков 6, 7, 8, 10. Ну где, наверное, очевидно, 7, 10 не вместе, да, наверное, так уж сложился нулевой круг. И у вас черная команда 6, 8 точно. Вы всю свою минуту рассуждаете о том, там, какой цвет 8, какой не 8, но у вас 6, все правильно, он только против вас будет голосовать. А вы сейчас уже показываете, что вы такого не говорили, и вообще с кем вы сыграли. Вы сыграли 1, 2, 4, 9. Так что не надо мне тут сейчас рассказывать на этот круг. Выставляю 10 на голосование, по 100, я точно между 5, 10, yeah. Между 2, по 100, те. Я точно буду голосовать между 2, 5, 10. Я думаю, тройку черных вы мне так и не объяснили, почему 10 красный. Если у вас там где-то вот это вот сработало, и вы прочитали, вы хотя бы это озвучите, а не просто я думаю, что он красный, и почему, непонятно. Парень сказал полную ерунду на предыдущий круг. Играю 1, 4, 6, 9, пас. Спасибо вам, слово игроку номер 8, господин РФ. Я думаю, в вашей команде есть черный. Значит, так, выставляю 10, выставляю 2, выставляю 6.
Я выставлю. Значит, второй перед ночью просит на проверку девятого игрока. Открыл круг, претензий к первому игроку у него нет, когда первый сказал проверяется два, если два красных, третий уйдет. У первого полная атака, у второго игрока полная атака первого игрока, потому что у первого игрока между 2-3 есть мав. Попросил на проверку девятого. Красный 22, даже не дождался. Может, кто-то ему маяк дошел, 9 проник черный. Заявки у него нет, 6 это не увидел. Господин Циц, вопрос к вам. Вы увидели, что я смотрю за рукой пятого игрока, будет он ломать или нет? Значит, первый должен быть для меня красным игроком, правильно? А я черный с пятым быть не могу, когда я смотрю на руку, что мой черный игрок будет ломать. 5-8 связывать вместе не надо. 2-10 голосуем, у 10-го вообще непонятная речь. Я сказал третий мав, 9-й сказал третий красный. Он сказал по очереди 8-9. Так если он считает третьего черных, у него 9-й черный, а не я. Поэтому 2, который проверенный черный, можете его голосовать, а можно 10-го играть. Сейчас. Спасибо вам, что вы игрок номер 9. Да, но вы, господин РФ, допускаете очередной раз ошибку. Вы на данный круг не играете против 5-го, а играете против 6-го. Игрок номер 5 только что орал на 6-го. Он проснулся и сказал, второй красный, 10-й красный. Вы только что поговорили, что голосование 2-10. Так где 5-й? Что случилось? Почему нету в этом голосовании 5-го игрока? Ты поговорил отвратительно. Вы согласен. Вы поговорили отвратительно. Что ты у меня спрашиваешь? Ты думаешь, что вы черный? Речь об истории, я не понимаю. Бред какой-то. Ладно, я играю 1, 4, 6, 7, 9. Может быть, в моей команде черный игрок, но максимум один, если он там вообще есть. Преимущественное голосование на этот круг 2-5, я считаю. Вот это люди, которые точно для меня черные. Нет, я сказал преимущественно. А вообще 2-5-8-10. Но свободное голосование 2-5. 10 секунд у вас. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер 10. Выставляю игрока на 5 на голос. Принято 5. Ой, а кто-то не выставил. А, вы шериф? Кого проверил? Третий красный? Ну как? Как два тут идет. Вы шериф, второй проверенный черный. Ну если вы красный, мы вам этого не простим. Запустим. Запустим. Все, вы, ну, восьмой скрывается с вашей черной проверкой, но вы говорите, что все-таки 9-й черный, правильно? Ну нормально, нет, господин 22, я не издеваюсь, ничего, мы проголосуем сейчас, у вас нет заявления, мы спокойно сыграем. Ментик, мне кажется, не нужно так играть, как вы играете. Так, а у вас какие претензии ко мне, игрок номер 7? Значит, вы сказали, 5-й черный, после вас двойка черных игроков, после этого 8-9 назвали вас красными, я сказал 8-9, уходит по очереди. Чего вам не нравится? Я не буду вставить игрока, я могу ошибиться, а мне нужна ваша речь. Именно ваша речь. По мне вы не можете ошибиться. На, фол игрок номер 7. Слово игроку номер 1. Я не понял. Вы, господин Хуанко, не обращаетесь, типа я не мог, неправильно сыграл, сыграл против игроков 2-5-10. У вас игроки 2-5 подозрительные, этот круг, вы с ними сыграли на 0, а я, почему, где я плохо сыграл? Вы сказали 8-9, тут по очереди. Я считаю 8-9 не вместе черный никогда. Угу. Вы не шериф, просто считаете 9-го черного, правильно? Ну, вы не слышали? Фол за громкий шепот. Он сказал 2, 5, 10, тройка черных. Я повторяюсь. Первый красный. Вставляю 2. Давайте мы вас сейчас снимем. У вас очень многие игроки подозревают. А если вы красный, то вы оставите нам баланс какой-нибудь. Мы уже разобрались. Да не важно, а он, ну вот я послушаю игрока номер 2, никогда с ним не играл, я сыграю баланс свечу. Он оставит кого-то черного, и возможно я его сниму свечу. Вот. Ну пока других заявлений нету, проявлен черный, мы по этой версии сыграем. На девятерых ничего страшного. Ну ничего страшного не произойдет. На девятерых у нас право на ошибку. Время! Дамы и господа, мы переходим в суд. Никто ничего не показывает. Любая жестикуляция будет наказываться фолом, любая агитация тоже. Голосование пойдет в следующем порядке. 9, 2, 6, 8, 10, 5. Еще раз повторяю. 9, 2, 6, 8, 10, 5. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 9, прошу голосовать. Спасибо, один голос. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 2, прошу голосовать. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть голосов. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 9. Ага. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6, прошу голосовать. Спасибо, нет голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 8, прошу голосовать. Спасибо, нет голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10, прошу голосовать. Спасибо, нет голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 5, прошу поставить руки на стол. Игрок номер 2, у вас минута, господин 22. Так, ну я игрок красный, снимите восьмого игрока, и я не хочу там, может, если девятый красный, какой-то цирк, то есть я просто говорю, что у него
два. Прошлая игра, вот смотри, мы играли прошлую игру. Он ушел, сказал 7, 8, 10. Сейчас пятый игрок, то, что на десятке сидит на пятерке, я сижу на двойке. Почти те же самые люди. Третьему он тоже красный не оставил. Это игрок номер 8. По сути, у него то же самое, он просто выбрал играть против кого-то. Мне кажется, нужно проверка девятого игрока. Мы не будем играть в глупых людей. Мы будем проверять игроков, если они играют против красных. Пятый, я становлюсь в баланс восьмым игроком. Либо с проверкой черной пятого игрока. Если не будет никого, заголосуйте девятого тогда. Между 7-10 есть игрок черный. Третий же игрок за столом что-то сделал, правильно? Он оставил 8-10. Он оставил вас. Вы говорите, вы сказали первый, что 8-9 двух черных. 5 секунд у вас. А где голосование два круга 8-9? Где два круга? Ну, баланс восьмым. Время. Поаплодируем игроку номер 2, который начал покидать игровой стол в городе ночь. Красный, десятый красный. Так, подожди. Те. Те, да. Я проснулся. Подожди, те. Я проснулся. Выстрел показал второй проверенный черный. Вы смотрите на меня и говорите нет. При проверке три красных, правильно? Все, ушел пятый раз. Да пофигу, ну я не понимаю. Я думал, второй проверенный красный. Серьезно, я не понимаю. Как разобрались в проверке три красных, что второй красный? Вы как это поняли? Я сказал, второй проверенный черный. Я не знаю. Я откровенно вам скажу, во-первых, он речь с меня начал, а во-вторых, я бы снял бы пятого игрока и не играл бы в версию, где он шериф в этой игре. Я не верю, что 2-5-10 все красные. Я на ноль сыграл, сказал, черная команда 2-5-10. Значит, я полный пассажир этой игры. Снимите пятого всеми руками. Да, поаплодируем игроку. Вы покидаете игровую локацию. Игрок номер 4, гостиницы с вашим. У вас все черная команда найдена, да? Вы представляете, не хочу в другую версию играть. Угу. Я не хочу баланс играть в этой игре. Такая ситуация. Что показал Петя? Проверится седьмой игрок, найдется красным где 4, правильно? Ну ладно, вот сейчас я седьмой проголосую. Угу. Без баланса. Ну, либо я же черный, правильно? Угу. Какая черная команда сейчас? Я черный с девятым игроком, еще с кем? С восьмым? Mm-hmm. Я восьмого накакал, да, что он пятому? Объединим команду 5-8. Восьмой, что смотришь, что пятый ломает? Шестой у вас красный получается, правильно, который выставил пятого игрока? Ну вы точно его вместе играете, да? Вы игрок номер 8. У вас точно шесть игрок надо делать? Ну кивните что-нибудь там, жест покажите мне. Да не надо фолы получать, ну просто кивните. Чего хотят мне второй круг уже? Фол, игрок номер 8. Позицию услышать сейчас. Просто скажите, шериф 9, я буду понимать, что вы играете. Как ты думаешь, если я скилл справить? Фол номер 2, игрок номер. Хорош. Выставляю 7 моего голосования. Принято 7. Не вижу черную команду другую. У вас какая черная команда? Я красный, тут ручу. Время, спасибо вам, слово игрок номер 5. Вы тупо в лицо смеетесь, я не понимаю, если я черный бы со вторым был, я бы скрылся с его красной проверкой, а не с проверкой три красные. Согласны, чтобы хотя бы второй бы посидел, разноцветная проверка, и седьмой на тот круг точно не уходил бы. Ушел бы десятый, к примеру, потому что сказал 8-9 по очереди, максимум ему уйти. Почему я проверил 10? Потому что он сказал, что 8-9 уйдут по очереди, сказал, что 5-7 попил, седьмой кричит, что десятый черный, десятый проверенный красный, да. Я бы скрылся с проверкой 2 и играл на прошлый круг игроками 1-4, 8-2. Кого мне еще проверять? Девятый, думаю, черный, второй выстрел девятого игрока. Вы типа надо мной стебались, что вы дернули себя, поставили, я и так думал ставить девятого, потому что с той стороны второй проверенный черный выставляет девятого игрока.
Я не знаю, ну что вы вяжете? У него команда уже найдена, 2-5-7, я скрылся, 2-7, проверенный черный, снимите 9. Вы сейчас проиграете по какой-то версии, плюс 3 или нет? Что непонятно? Я проверю кого-то красным, снимите двух остальных. Либо подумайте, что я черный 7, выставил 5. Да, спасибо вам. Слово игроку номер 6. Вы шериф, вы не знаете, почему я вас. Вставляю 8, я проголосую за 8-го. 8-5-7, но нулевой клуб красный в этой игре. 5-й проверенный черный, 7-й проверенный черный, скал 3-6, вместе черный, я красный, 3-й красный. Скрылся проверка 2 черного, мы снимем 8-го. 5-й там какую-то проверку скажет. Дальше посмотрим. Вставляю 8. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер 7. Вставляю 4. Я думаю, команда что-нибудь 4-8-9. Неважно, там может быть даже какой-то... Да. Может быть даже в какой-то вселенной там 4-6-9, мне без разницы. Я проголосую там, куда скажет 5-й игрок, если скажет 8-го. 8-го хорошо, во 2-й ставил против 9-го, можно 9-го снять, без разницы. У вас мало, он сыграл не только с игроком номер 5, он сыграл 1, 2, 4, 5, 7. Этот парень у вас сыграл с только черных по версии, если у него 9-й шериф, это раз. А господин Циц нам сейчас объясняет, что я, говорит, вы не свяжете меня с 8-м игроком, потому что я ему пихал. Напомню на секундочку, вы на ключевую курку 8-го не выставили, против него не сыграли. То, что его напихали, это полная ерунда. Вы сыграли против 5-го, против 2-го игрока, и выставили его и сказали, проголосуйте точно в него, неважно, как говорят остальные игроки. А я, например, я на секундочку нулевой круг сказал, что я возьму 4-го только под вашу ответственность, под ответственность 3-го игрока, которые показали, что 4-й красный. А я посчитал 3-го красный и сказал, что после меня потенциально 2-ка черных игроков. Как оказалось, после меня 2-ка черных игроков. Где в этой ошибке игре? Только в том, что выставил 5-го. Так тогда по вашей версии я выставил своего дона и сыграл против своего дона и сказал, мой дон будет пилиться на тот нулевой круг. Правильно? Время, спасибо вам. Слово игроку номер 8. Я просто не могу понять, что игрок что думает. То есть 10 с двух сторон проверенный красный, у 9 игрока черная команда 2-5-7. 4 игрок на 2 круг, 2 круга уже подряд, орет на меня, что я смотрю на то, как 5 будет ломать стол или нет. Мне кажется, 4-8 не вместе черный. Ты черный? Вы черный, у 5 игрока, если вы не поняли. Ну да ладно. И вас не смущает, что 5 игрок говорит, я провел 10 игрока, который сказал 8-9 уходит по очереди. Так для него 10 красный. Я вскрылся с проверкой 2 черные. Для 5-го 10-й точно игрок красный. Логики в этом нет никакой. Я вообще за то, чтобы 6-й ушел отсюда. Оставляю 5. Я что, ничего не делал. Нет, опять. А почему я? Так для вас же 4-й точно черный. Мы же 8-9 не можем быть черным. 9-й меня выставил на игру, и я против него вскрылся. 9-го. Флеш показывает 9-го. 5 секунд. Да мы вот 4-8-9 проголосуем 5-го. 6-й с вами проголосует меня, 10-й тоже, наверное. А 5-й проголосует 9-го. Время, спасибо вам, слово игрока номер 9. Выставляю игрока номер 7. Ну, мы кто верит в моего шериста, проголосуем в игрока номер 7. Значит, Рус, я, откровенно говоря, не хочу проигрывать из-за чьих-то ошибок. Ну, хорошо, я понимаю на данный круг, что 8-й игрок красный. Сыграл с черным, сыграл против красных на 1-й круг. Ничего страшного. Ну ничего страшного, мы же не все гуру. Там о третьем говорили, что он гуру. Оказалось, что он не гуру, правильно? Игрок номер 7. Вы только что допустили очень большую ошибку. Вы сказали, черная команда 4-8-9, ну или 4-6-9. А потом сказали уверенно, ну я сыграл, что после меня 2 точно черных. Как точно? 8-й не точно черный для вас был только что. Как произошло, что он точно черный? Я не понимаю. А я его выставил. Ну какие 8-9? Я его выставил за то, что он сыграл со 2-м, с 5-м игроком. 7-й поговорил на 1-й круг неплохо. Но я сыграл по позиции против него. Почему, например, там сейчас должны снимать? Хотите, снимайте его. Он же сделал заявление. Ладно, все голосуют 7-го. Время, спасибо вам. Слово игроку номер 10, господин Павлов. Но как вы предлагаете вот игроку на 7 мне сыграть? Вы против меня играли. Я сказал 8-9 уходит по очереди. Не надо фолы получать. Просто как, ну, мне странно. А голосовал я куда? Фол, игрок на месте. Ну, это слишком мало. То есть баланса не будет, да? Ну, даже без моей руки баланса не будет. Вы хотите 7-го снять, 4-й хочет 7-го снять. Ну, я в 9-го проголосую с вами. Нет, ну, я с 2-м проголосую 9-го игроков. У вас рук хватает. Все нормально. 10 секунд у вас. Время. Дамы и господа, выставленные игроки. 7-8-4-5. 7-8-4-5.
5 выставлены игроки. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 7 прошу голосовать. Спасибо, один голос. Вот это поворот. Фол, игрок номер 9. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 8 прошу голосовать. Спасибо, 2 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 4 прошу голосовать. Спасибо, 1 голос. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 5 прошу поставить руки на стол. 3 руки. Игрок номер 5, у вас минута. Ты что, 9-го не выставил? Какой черной команде? Кто черный, я не пойму. Надо тогда хотя бы 8-го руку ставить. Да, ну ладно, моя ошибка, я все равно 9-го не выставил, поэтому... Я уже оставлял руку в 4-го, потому что хоть что-то было. Если 4-8-9, то окей, спасибо. А опять же, мы как на 5, когда ты играл стол в городе ночью. Чтобы не тянуть все это, назовем это, ладно, не важно, как мы это назовем, я торжественно заявляю, что это шоу «Интуиция» — это полная ерунда, нам сколько еще, 22 игры играть? Не, ну я достану красную карту, вы офигеете. Во-первых, все вот то, что якобы эмоции, которые вы все даете, полная ересь, у вас человек, ну, вокруг играет против красного, с черными со всеми, нет, точно красный, просто потому что разные линии у человека, да вы все сыграете с четвертым игроком, потому что он, ну, сыграл он полностью не стал, скоро против третьего со вторым игроком, правильно, правильно, напихал по полной ищи Франклину, который полный молодец, было, было, ну и что, что пятый черный, так я против него сыграл, какая разница, то что, ну, я, вот при всем уважении, он мой Дон, но я не вижу версии игры, при котором я буду вытаскивать Дона на нулевой круг по такой речи пятого игрока, ну, сорян. Я буду играть в это шоу «Интуицию» с удовольствием. Вот дайте мне только красную карту, как они выглядят вообще. Покажите мне, а то что я это потерял. Поаплодируем. Стоп, игра, победа, город.